Привет, я Андрей Луско, и больше всего я люблю путешествовать. Люблю разные вылазки на свежий воздух, на природу, с друзьями, но, к сожалению, очень много времени уходит на работу. Вот, особенно очень грустно, когда сидишь на работе, а на улице лето, хорошая погода. Да не важно, даже если зима. Обожаю путешествовать. Вот. И я бы хотел вырваться из рабочих цепей и быть свободным и свободно путешествовать по миру. Как раз на страницах этого блога я хочу делиться с вами, дорогие читатели и зрители, о своем пути, о том, как я буду это осуществлять. Надеюсь, будут новые путешествия, будет много чего интересного, так что следите за мной. Обещаю, что будет классно. Пока!